Всем привет, друзья! Добро пожаловать на «Найди раскрась» еженедельный челлендж по раскраскам антистресс, где все мы раскрашиваем на определенные темы и обычно на каждую тему у нас по одной неделе. Сегодня подведем итоги такой интересной темы, тема номер 33 «Гамак». Я в прошлый раз была довольно расстроена, потому что в моей большой коллекции раскрасок нашлось всего 3 иллюстрации с гамаком. А вот поэтому я так и ожидала, что будет, ну, для многих трудновато найти иллюстрации. И да, действительно, кто-то написал, что ничего не нашел, у кого-то всего одна иллюстрация, но тем не менее. А результат превзошел все мои ожидания, потому что у нас 93 картинки по этой теме. Как говорится, с миру по нитке, и получили мы гамак, да, даже больше, чем по кукурузе, хотя, как мне казалось, кукурузу намного проще найти, ну вот, тем не менее, гамак у нас обогнал кукурузу, хоть и не намного. Хотя, конечно, есть много повторяющихся иллюстраций. Кто у нас основные художники по гамакам, так сказать, оказались? Это Лулу Майо, Денис Клете, причем Денис, ну вот кроме ее последней книги с птицами, все остальные раскраски представлены, да, с гамаками. Причем даже есть несколько вариантов гамака в одной раскраске, несколько иллюстраций. И Мария Тролля тоже, и тоже в разных ее раскрасках вот нашлись гамаки. Ну и Мария Еляева, какая-то вот ее раскраска «Наедине с собой», тоже многие прислали эту иллюстрацию. Ну, приправлена у нас вот эти художники, еще есть Тереза Гудрич, Канука Игуза, Рита Берман, ну и, конечно же, другие иллюстраторы. Так что результатами я довольна, потому что я ожидала, что будет меньше работы, будет, ну, похуже ситуация. Как я уже сказала, у меня было всего 3 картинки с гамаком, причем 2 из них — это от Маурицио Кампиделли, одна Джейсон Момо, вторая Киану Ривз. Ну, решила я Джейсона Момо раскрасить, хотя здесь больше деталей на этой иллюстрации. Ну, как-то мне пейзаж больше понравился. Ну, и вот такая картинка у меня получилась. Очень загорелый такой Джейсон, ну, к тому же он против солнца, как бы мы на него смотрим, да, поэтому он вроде как потемней, в тенечке под пальмой. Ну, деталей, вот видите, здесь много каких-то камешков, цветочки, вот даже ящерица есть, ну, вот гамак тоже такой колоритный, ну, и опять же море, да, облака, небо. Хоть бумага, конечно, не очень, особенно вот небо раскрашивать трудновато было. Какие-то вот эти пальмы, цветы, там гамак я заливал сначала маркером, потом работал карандашами, поэтому полегче. А небо, ну, маркером не сделаешь такой хороший переход, да, вот песок тоже. Пришлось чисто карандашами, и, конечно, вот уже не очень они ложились. Ну, вроде бы ничего получилось, я довольна от такого качества иллюстрации, бумаги, что-то лучше ожидать, я думаю, ну, не получилось бы у меня. И Джейсон мне тоже нравится, вот такой вот красавец, яркий мужчина, поэтому вот все такое яркое. И эти у него шорты, и все вокруг, гамак тоже, все такое яркое. Ну, в общем, такая у меня была иллюстрация по этой теме, я довольна. Как получилось, раскрасился еще один Джейсон в этой раскраске. Ну что ж, теперь давайте посмотрим на все присланные работы. И, конечно же, галерея у нас получилась такая очень уютная, очень релаксная такая, приятная атмосфера. Думаю, вы вот погрузитесь в нее, немного отдохнете, расслабитесь, помедитируете. Так что поехали! Thank you.
друзья, вот такой получилась наша галерея по теме гамак. Всем спасибо, кто присоединился, потрудился, нашел иллюстрации, раскрасил по этой вот непростой теме. Так что всем спасибо, порадовали. Ну что ж, теперь, конечно же, давайте определимся с темой на следующую неделю. Вот, интересно у нас, какие темы выпадают такие, которые не так легко найти, да? Ну, давайте узнаем, может быть, на этот раз что-то полегче выпадет. Не уверена я, что эта тема попроще, шишка, потому что, ну, как-то так сходу не могу вспомнить. Наверняка у Керби что-то должно быть в его вот этом хрупком мире, раскраска, какие-нибудь белки с шишками, хотя часто белок с желудями рисуют. Ну вот шишки, шишки любые можно, да, сосновые, еловые, кедровые, не знаю, какие еще у нас есть шишки. А, да, интересно, вот я никогда, наверное, не раскрашивала шишки, хотя видела, вот другие раскрашивали как-то красиво и реалистично. Ну, опять же, тема Нового года, да, елки, шишки. Ну что, отправляюсь на поиски, посмотрю, какие шишки мне удастся найти, и увидимся через секунду. Ну что, друзья, просмотрела я свои раскраски в поисках шишек. Не все просматривала раскраски, PDF-ки тоже не смотрела, но ситуация чуть получше, чем с гамаком. Нашла я сколько? 5 книг, да, где есть иллюстрации с шишками. Что странно, вот у меня есть несколько раскрасок, посвященные лесу, в частности, вот от Forest Diver, да, 2 раскраски с лесом, но ни одной шишки, желуди, да, грибы, ягоды, шишек нету. Опять же, проверила Джоанна Бесфорд, вот этот таинственный лес, и тоже не увидела никаких шишек. Ну, может быть, где-то маленькие я пропустила, ну, не думаю. Так что вот как-то странно. Но, тем не менее, «Хрупкий мир», Керби Розанес, да, здесь оказалась иллюстрация с шишками, причем разворот. Очень красивый разворот, конечно, и шишки такие шикарные, прям так хорошо прорисованы, да. А вот, ну, не знаю, разворот от Керби. У меня есть только, по-моему, одна работа в этой книге сделана. Миль по мене, да, в круге жизни не нашла я шишек, ну вот в природных мандалах есть очень красивая мандала. Непонятна мне тематика, потому что тут вроде все лесное, да, и плюс тут какие-то еще фрукты цитрусовые, вот здесь груши посередине. Ну вот здесь у нас есть шишки, желуди, орехи, каштаны. Ну, как всегда, интересная у нее мандала. Дальше, творческий рай, удивительный мир животных. Да, здесь тоже есть вот у нас белокрылые клёсты и сосновые шишки. Интересные тоже такие шишки, 2 видов. Птички, не совсем мой тип иллюстрации, опять же, такой природный. Ну, выбор не такой уж богатый. Есть у меня вот такая старая раскраска Dream Weaver. Нравится мне этот стиль, прикольные иллюстрации, но бумага вот какая-то она. Здесь почти все иллюстрации разворотами. А мокрые материалы вообще так сразу переходят на другую сторону. Даже фломастеры. Ну и здесь есть вот такой лес. Было бы прикольно, конечно, его раскрасить. И шишки тут такие вот довольно крупные. Вот, ну не знаю. Давно я за нее не брала, за эту книгу. Может быть, какими-то попробовать другими инктенсами, может быть. Ну, посмотрю.
Вот. И последняя раскраска, это загадочная библиотека. Здесь вот не разворот, к счастью, а вот такой венок. То ли лесной, то ли какой, непонятно. Вот шишка у нас здесь есть, желтый тоже, цветы. А вот это такой, наверное, оранжевый, не знаю, что это, цветок или как это называется. Коробочка такая. Ну, тоже хороший вариант, да. Так что вот, не знаю, у кого как, у меня опять не то, чтобы очень уж большой выбор, но все-таки получше, чем с гамаком. Так что интересно опять, кто что найдет с шишками. Пишите в комментариях, если знаете, где есть иллюстрации с шишками. Буду ждать ваши иллюстрации. На сегодня все. До следующего раза. Пока!